все. В глубине души я рад, я это запомню. Так, я запомню это навсегда, потому что... Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и как видите, я нахожусь на новом аккаунте. И это не просто так, потому что прямо сегодня, ребята, я буду просить голду в донатах у ютуберов. И мы посмотрим, какая же у них будет реакция. Это очень крутое видео, поэтому, ребят, пожалуйста, прожмите лайкосик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы приступаем к видео. Короче, ребят, смотрите, в чем суть. Я жду тех ютуберов, у которых стрим. Залетаю к ним на стрим, кидаю донат и говорю: пацаны, задонатьте, пыжи. Или, говорю, если вы не можете задонатить, тогда просто купите скин. Я уже подготовился, я уже выставил 2 скина на рыночке, с 4 наклеечками, все как надо. Как раз запросов немного, поэтому если ютуберы захотят, они купят очень быстро. Ну а прямо сейчас мы, ребята, напишем сообщение, которое мы отправим всем ютуберам, которые прямо сейчас стримят, с просьбой дать голдишку. А как же это классно. Ну шо, ребята, я уже придумал сообщение. Привет, бру, я Миша. Я собираю голду, я мою первую аркану прошу. Задонать, плиз, сколько не жалко. Я очень бедный. Кстати, да, ребят, я не собрал, я реально очень бедный. ПЖ, поставьте лайк. Хоть одну голду дай. Или купи скин MP5, мусор, сатрек, 125-29. Ну шо, ребята, я думаю, это максимально крутое сообщение. А теперь погнали искать стримеров, которые могут нам помочь. 5 minutes later. Я только что нашел первого ютубера. И знаете, что он делает? Он прямо сейчас всем раздает голду. И если честно, я даже не верю в то, что это правда. Знаете почему? Потому что это нереально. Вы просто посмотрите на его курс. Вы просто посмотрите. Но самое интересное, это не повтор. То есть у него стрим начался ровно 1 час. И давайте-ка мы прямо сейчас ему отправим донатик и посмотрим на его реакцию. Ого-го! Минимальный донат 100 рублей! Дорогулечки, ты моя! Ладно, все, ребята, давайте. Прямо сейчас отправляем ему донатик. Не, комиссию платить не буду, ребят. Но я же еще не насколько успешный. Я очень надеюсь, что вы стрим настоящий и не повтор. Все, отправляю. Денежек мне хватает. И прямо сейчас мы смотрим на его реакцию. Погнали! Привет, бро, я Миша, собираю... О, пришел! Прошу, задон, плиз. Сколько не жалко, я очень бедный. Хоть одну голду дай. И... Пацаны, я доначу только по ценам, которые справа внизу на экранах. Опять челюсть вставную потерял, что ли? Чего? Вы прикиньте, ничего малый! Он говорит, надо еще один донат отправить, 149 рубликов. Вот это да! Я не верю, что это правда. Ладно, я потрачу еще 150 рублей на эту перхоть. Братан, ну если ты сейчас мне донатик не кинешь, я говорю сразу. Ну я сразу рубаю с локтя. Он сам сказал, надо отправлять по ценам те, что в описании. Окей, позаразира. Сейчас я им кину 150 рубликов, изи каточка. 5 minutes later. Привет, бро, я Миша. Блядь, говори тип. Я очень бедный, мне второй раз тоже самый план закидывает. Пацаны, как это работает, трейдер, спасибо. То есть, прикиньте, я кинул последние деньги, я бедный Миша. А он просто взял и посмеялся. Дорогулечка, ты моя! Я 250 рубликов потратил? Блин, пацаны, прикинь, я не знаю, мне такое ощущение, что он просто выдает голду своим друзьям, посмотрите. Просто меня заскамили. Тупо, как последнего мамонта. Так, ребята, он сказал, пишите ваши ID, сейчас буду донатить. Братик, мой ID, пиши до голды. Я тебе выдам. А ну-ка. Я фастом сейчас рандома выбираю, закидываем 500 голды. О, брат, пожалуйста, меня выбери, пиши. Подождите немного, Кент АПК, здорово, Кент. То есть он сказал, привет, Кент АПК, и даже не кинул мне донатик? О, скилл, я знаю этого типа, это обалденный тип, он по-любому меня не заигнорит, по-любому, поэтому мы прям сейчас погнали ему отправлять донатик. К сожалению, у скилла ограничение по символам, поэтому отправляем просто 50 рублей, оп, все, отправили донатик и прям сейчас смотрим на его реакции. Офигеть, зачем так много? Дядя, он говорит, зачем так много? Привет, бро, Хай. Я Миша. Собираю голду на мою первую аркану. Прошу, задонать, плиз, сколько не жалко. Я очень бедный, хоть один голду дай. 21 203 000. Брат, спасибо тебе огромное за это. Во-первых, Диджура, большое тебе спасибо. Пожалуйста. Зачем ты так много мне закинул? Офигеть, 500 рублей. Офигеть. Я 500 рублей закинул? Так, блин, мне надо купить переходник долбанный. У меня вылетает очень часто. Ну знаете, что я скажу? Что хорошо, скилл хотя бы с меня не посмеялся, братан, спасибо тебе за это, вот реально, от души, он хотя бы с меня не поржал. Давайте мы, ребята, ему прям сейчас кинем еще один донатик, ну так сказать, еще раз скажем, братан, пожидай, алду. 5 minutes later.
О! Да ладно, блядь! Мой бомж! Сотов у него выкинул, где был. Собираю голду на мою первую. Прошу. Лиз, сколько не жалко. Я очень бедный, хоть один голду дай. Брат, спасибо огромное тебе, Миш. Миш, Все, короче, почти понятно. Скилл уже забыл там какой-то Миша со своей одной голдой. Тут косарик закинули. Все, почти понятно. Скилл, конечно, хороший тип, но голды он мне не дал. Скилл, братик, я же смотрю, что ты видел. Знай, ты, кто ты? Придумайте в комментариях, кто такой Скилл. Погнали прямо сейчас к стримеру номер 3. О, а стример номер 3 это Прелекс, это вообще топ-тип, он меня по-любому знает. Я думаю, вот кто-кто, но он точно может дать голдишку. Потом, ребята, прямо сейчас залетаем и кидаем ему донатик, погнали. Все, ребят, ништяк, кинул 50 рублей, погнали, смотрим на реакцию. 13, 14, 15, 16. Вот он делает крафты. Так, я надеюсь, донат хотя бы придет. Это самое-самое главное. Все, ребят, один лайк, пацаны, будет 650, кстати, один лайк. Все, ребят, короче, это чисто мой сын, мой сын. Я открываю чат на телефоне, и вы мне сейчас напишите, что выпало. Все, я открываю чат на телефоне, пацаны. Напишите, ребят, что выпало. Братан, красавчик, вот реально хороший. Даже онлайн хороший, сейчас 11 вечера. Онлайн хороший, сколько там, 600 человек. Только, братан, надо вебку добавить, понял? Тебе вот не хватает вебочки. А где мой донат, брат, 50 рублей? Блин, что опять заскамили? Вот Прелекс Леоник. Тут два варианта. Или у него задержка минуты полторы, или вариант номер два, меня просто заскамили. В смысле? Ребят, что выпало? В смысле, что выпало? У тебя же 9 скинов, друг. Что выпало? Бля, это чисто мой ученик. Мой ученик. Просто Оскара несите. Да ладно! Суп, ауда! Агенезис! Все. Блин! Ладно, пацаны, хоть донат не пришел, но хотя бы мы посмеялись вместе с ним. Так, ну что, идемте к стримеру номер 3. Ой, номер 4. Шубротик, ты до сих пор попрошаешь голдишку? Нужна бесплатная голдишка, тогда советую булдроп. Потому что булдроп это топовый дроп. Тем более, в честь Нового года там у них вышел топовый ивент, в котором они бесплатно раздают классный дроп. Также, ребята, здесь снизу халявный промик на бесплатную голдишку. Вот она-то, по-любому даст голдишку кем-то ПК. Погнали, дорогулечка, ты моя. Так, пишем ей. Стоп! Так она стримит с 25 июля! О, мама дорогая, чуть не заскамили на 50 рублей, прикиньте! Ах ты, Машка! Маша, 2 рубля и наша, да? О, ребята, я нашел идеального стримера, у которого 3 онлайна, и он по-любому мне знает. Но я смотрю на этого парня, у него очень честные глаза, брат. Ну ты же меня не заскамишь, правильно? Поэтому мы, ребята, прямо сейчас кидаем ему донатик и будем ждать, что он даст нам хоть 100 голдишки. Да у него минимально от 5 рублей, давайте ему отправим 25 рублей. Так сказать, поддержим молодого и отправляем ему донатик. Все, братик, давай, 25 рублей улетело. Так, ребят, знаете, почему я пою? Потому что музыка СП. Привет, бро, я Миша. Миша. Собираю голду на мою первую аркану. Прошу, задонать, плиз, сколько не жалко. Я очень бедный, хоть один голду дай. Братик, Миша. Привет, братик. Я очень... Жадный. Жалею, что тебя обокрали там, то, что... Не обыграли то, что этот, то, что у тебя такая мечта есть. Я бы тебе с удовольствием задонатил, но я сейчас сам куплю на Ави Генезис, если знаешь такой. Блин, ребята, если честно, очень приятно, что он такой добрый, говорит, я бы тебе помог, просто я сам собираю. Прикиньте, он очень бедный, поэтому знаете что? А давайте-ка мы прямо сейчас ему поможем и скажем, выставляй скин за 500 голды и подарим ему бесплатную голдишку. Я думаю, он будет очень рад. Все, ребята, я ему отправлю вот такой донат. Ого, ты еще беднее, чем я. Выставляй трек за 500 г, я куплю скин. Ну, и поддержим молодого, потому что он мечтает о АВМ Генезисе. Поэтому, ну, давайте немножко порадуем парня. Ну, типа, че бы нет? Ну, хороший парень. Ну, вот реально, вот я прям чувствую как-то. Попрошайка дает голду. Ты еще беднее, чем я. Выставляй статрек за 500 граммов, я куплю скин. Да ладно, брат. Брат, ну выставляй. Ну я не верю в это, но...
Какой именно сатрек? А знаете что, давайте я ему напишу сейчас с моего основного аккаунта. Он даже не верит. Не верит добрых людей, и они есть. Например, я не буду тыкать пальцами. Ну вы поняли, кто это добрый человек, напишу. Выставляй сатрек любого скина до 1500 запросов. Да ладно, Кент. Чего? Чего, блядь? Подожди, не, да не может быть. Не говори плохие слова, я снимаю видео. Ребята, мы осуждаем плохие слова, поняли? И тупо осуждают, и все осуждают. Не говори плохие слова, я снимаю видео. Все, услышал, услышал. Он сказал то, что он собирает на ВМ Генезис. У него 260 голдишки. Давайте мы ему, ребят, прямо сейчас поможем. Я смотрю, что за скин он выставляет. И после этого мы посмотрим на его реакцию. О, Тех-9 Роял Фрост. Все, захожу, захожу, захожу. 5 minutes later. Да ты шо, брат? Без шуток, я очень рад. Брат, на здоровье! Блин, мне вот реально, таких ютуберов нужно мало ценить, которые вот такую вот... Поняли, пацаны? Награду потому что лайк поставили и подписались. Я в шоке, у меня нет слов, у меня такого ни разу не было, я вам скажу так. И я мечтал об этом Генезисе уже... Блин, ребят, просто прикиньте, я только что воплотил мечту какого-то ютубера, который впервые в жизни вижу, но зато мой подписчик. Реально это очень круто, пацаны, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, и Кентуха будет тоже воплощать все ваши мечты в реальность. Я реально очень рад, знаешь, Кент, я не эмоциональный человек, но в глубине души я рад, я это запомню. Я запомню это навсегда, потому что он такой не забывает, я тебе скажу так. Ой, все, я не могу, ну там слишком, милота зашкаливает, все, идемте к следующему стримеру. Да, жуй, ты кто, подружка? Красавчик, молодец. Блин, ребят, блин, еще одна стриме 2 месяца, вы уже надоели. О, ребята, у этого стримера целых 40 онлайна, прямо сейчас я ему отправлю тоже донатик и попрошу у него голду. Интересно, даст ли он мне, потому что я смотрю, у него хорошее оборудование, у него, в принципе, довольно-таки классный инвентарь, поэтому я думаю, для него дать каких-то мне 100 голды, это будут копейки. Но давайте посмотрим на его реакцию. Все, ребят, отправляем ему донатик. Спасибо за донатик. Чиря. Пожалуйста. Ну, спасибо огромное за донат. И все. Привет, братишка Миша. Привет. На первую аркану? За донат, плиз, сколько да, бро, сколько не жалко, родной. Бедный ход, один голду дай. Смотри, братишка, 200, сейчас я тебе скажу. Так, ничего сегодня не смотри, да. Родной, ты говоришь, что типа, дай хоть одну голду. Ты же мог бы себе вот эти 40 рублей, конечно, потратить. Ладно, по поводу арканы, то, что копишь на аркану. Смотри, у меня сейчас идет в телеграм-канале розыгрыш как раз. Началось! Короче, ребят, мораль такова. Лучше не надо ни у кого прошайничать, кроме Кента пока, потому что никто вам ничего не даст. Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайкусик, подпишитесь на мой ютубчик, подпишитесь на мой телеграмчик и напишите любой хороший комментарий. Все, ребята, с вами был ваш Кентуха. Если вы наберете 10 лайков, есть его продолжение. Всем удачи, всем пока!